Здравствуйте, меня зовут Дильдар Кирей, я приехал из города Астана, из Казахстана. Живу в Праге уже 3 года, и мне все нравится. На самом деле, приехал в первый раз в 15 лет, и с первого взгляда уже влюбился в Прагу, влюбился в Чехию и все, что здесь есть. Ну, в течение 3 лет уже как тут живу, на самом деле, начинает нравиться все больше и больше. В отличие от моей страны, откуда я родом, здесь уважают за то, что ты работаешь. Очень много вакансий и цены дешевые на самом деле. То есть уровень зарплаты и уровень жизни очень стабильный. Жилье здесь очень доступное на самом деле. Если ты студент и подаешь заявку заранее на общежитие, то можно жить на те же 100 евро на месяц. То есть это стоимость проживания в общежитии. Если снимать квартиру, если ты снимаешь один, то лучше рассчитывать на цены как на 500 или 800 евро в месяц. Это без поплаток коммунальных. Также, если вы снимаете с друзьями, это очень выгодно и очень удобно. На самом деле, если вы живете там с 3 друзьями в квартире, это намного удобнее, чем вы живете там 5 человек в общежитии, потому что у вас есть своя кухня, свой туалет и, в общем, свой простор. Что я хочу передать для тех, кто хочет приезжать в Чехию? Не думайте, что тут будет все так легко и все будет для вас. Тут уважают тех, кто работает, тут уважают тех, кто готов себя реализовать. Тут для каждого предоставится свой шанс, и всегда будем рады вам, если вы приедете сюда, и будем дружить.